какую эпоху вы хотели бы попасть, если бы могли? В доисторическую. Тогда мы с женой еще спали вместе. Господин Дрюмон, мы почтем за честь подарить вам путешествие в любое время по вашему выбору. Какой год? Есть пожелания? 16 мая 74-го. Приветствую, господин Дрюмон. В тот день я встретил девушку, которую полюбил всем сердцем. Хороша. Она очень хороша. Приглушите свет. Ваша реклама не врет. Вы действительно перенесли меня во времени. Я знаю, что все неправда, но все равно счастлив. Когда ее ждать? Она не вернется. Она актриса. Мадемуазель! Я не знаю, что вас ждет, не знаю, что случится. Просто живите. К черту! Я говорю банальности. Прекрасная эпоха. А сколько вам лет? 25. А вам? 18. А, даже так? Раз уж здесь гулять, так гулять. Молодежь, повторить? Нет, спасибо.